23-летняя Елизавета Боярская и 37-летний Максим Матвеев живут на два города. Актриса осталась в Санкт-Петербурге после свадьбы, а ее муж не смог бросить работу в Москве. Супруги поженились в 2010 году. Из-за жизни на два города актерам приходилось часто отбиваться от предположений о разводе. Завистников не останавливает даже то, что у супругов двое детей, 7-летний Андрей и Гриша, которому еще нет и года. Теперь, спустя 9 лет брака, актеры будут жить вместе на постоянной основе. Дочь Михаила Боярского купила 3 квартиры в особняке на улице Белинского в Санкт-Петербурге, общая площадь которых составляет 600 квадратных метров. Актриса приобрела жилье за 66 миллионов рублей. Изначально их стоимость была на 20 миллионов дороже. Дело в том, что предыдущий владелец обанкротился, и квартиры выставили на торги. Пока супруги живут вместе с родителями Боярской. Об этом сообщила мама Елизаветы, Лариса Лупиан. Сейчас Лиза с Максимом живут с нами, у них ремонт. И если честно, я даже не знаю, как их отпускать, нам так хорошо вместе. Цитирует ее слова КП. Она рассказала, как актер согласился переехать в северную столицу. Максим сам понял, что в Питере удобнее. Тут вся наша семья, и мама Максима сюда переехала. Здесь садики, школы, у Лизы работа. На два города разрываться очень тяжело, отметила жена Михаила Боярского. Недавно Елизавета Боярская потрясла поклонников ярким образом в стиле 60-х. Актриса в платье с открытыми плечами и декольте стала звездой показа.